то работа вашего управления, она, безусловно, важна и нужна в той части, которой вы занимаетесь, связанной с качественным своевременным кадастровым учетом, регистрацией прав на объекты недвижимого имущества. Могу сказать, что внутреннее удовлетворение от качества работы вашего управления, новизны подходов, которые вы применяете, и, безусловно, вносите такую свою важную лепту в создание позитивного инвестиционного климата. Очень важно, и я благодарю за это вас, что вы являетесь таким открытым органом для всего предпринимательского сообщества, активно участвуете в деятельности межведомственной рабочей группы по обеспечению законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, в общественном совете по защите малого и среднего бизнеса межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья. Здорово, что вы инициативно организуете и проводите выездные семинары в муниципалитетах, тем самым повышая уровень знаний у предпринимателей и представителей местной власти. Совместно с вами мы также продолжаем работу по реализации целевых моделей по государственной регистрации прав и кадастровому учету, внедрению электронных услуг и электронного межведомственного взаимодействия. По каждому из этих направлений в прошедшем году вы сделали еще один весомый шаг вперед. Почти 81% услуг оказано в электронном виде. Это больше, чем в 2018 году. В течение 2019 года доля ответов, полученных от органов власти и местного самоуправления в электронном виде на запросы регистраторов сведений, необходимых для принятия решений при кадастровом учете и регистрации прав, составила без малого 100%. Организованное в Тюменской области межведомственное электронное взаимодействие при регистрации недвижимости признано лучшей практикой в Российской Федерации. Не менее важна и актуальна ваша деятельность в реализации межведомственного плана по повышению роли имущественных налогов, формирование регионального и местных бюджетов Тюменской области, контроль за исполнением арбитражными управляющими обязанностей на предприятиях, имеющих задолженность по заработной плате. Все это, безусловно, напрямую влияет на социальное самочувствие наших земляков и на социально-экономическое развитие нашего региона. В целом, я благодарю вас за стремление меняться в лучшую сторону, за результативные шаги по созданию доступных и комфортных условий и предоставлению государственных услуг. Благодарю вас за слаженную конструктивную работу в ушедшем году с надеждой на продолжение такого конструктивного взаимодействия все последующие времена.